Привет! Меня зовут Егор. Это мой видеоблог. Я сегодня вам расскажу о командной работе. Нельзя создавать прекрасную команду без классных игроков. Это неоспоримый факт. Есть такая мудрость. Можно проиграть, имея хороших игроков, но нельзя победить, не имея команды. И тогда возникает вопрос. Как заполучить хороших игроков? И далее. Как стать лучшим игроком? Когда же речь заходит о том, как собрать в команду хороших людей? У вас есть только два выбора. Тренируйте их или заменяйте на других. Либо вы занимаетесь развитием тех, кто сможет выступать на чемпионатах, либо отправляйтесь на поиск игроков высокого класса. Вербуйте их и создаете из них команду. Эти уроки помогут вам и в том, и в другом случае. Развитие более успешной команды всегда начинается с вас. Улучшая себя, вы тем самым будете повышать уровень профессионализма своей команды. И это особенно важно, если вы выполняете в этой команде роль лидера. Почему? Да потому что вы можете эффективно обучать только тому, чему сами являетесь подтверждением. Требуется образец, чтобы люди увидели, узнали, что он собой представляет, и сами начали расти, подражая ему. Так как вы будете служить моделью такого поведения, каково ждете от членов своей команды, начинайте использовать эти уроки. И если Богом данная способность может находиться вне нашего контроля, то умение направлять работу в команде вполне в нашей власти. Любой человек в состоянии делать выбор, стать лучшим, как член команды, и все, что для этого нужно, это овладеть качествами командного игрока. Сделайте этот шаг сами. Помогайте сделать его вашим товарищам. И тогда команда добьется выдающихся успехов. Спасибо, что смотрели это видео. И если вам нравится мой канал, пожалуйста, подпишитесь. И извиняюсь за мой очень плохой русский язык, потому что я по национальности армянин и говорю на 5 языках. Так что мне помогает иметь хороший красивый акцент. Всего вам доброго! Пью.